Так что у нас в зале здесь? Вот это вот все какие-то лекарства, я не знаю, что это такое, расческа. Это все выбрасываем. Это такое личная гигиена, нельзя это хранить. Это возможно. Ой, тут опять зеркала разные. Не порезаться. А! Блин. Сюда, наверное, оставляем тоже их. Потом в сарае придумаем место, где-то все сложить. Что там еще идет? Видно кому-то? Вот такая вот речка. Оставляем. 5 зеркал. Сколько этих зеркал будет? Какие-то ключи. Это все на стирку. Такое неплохое оно. Хорошее. Не прогрызанное, молью не проеденное. Что тут дальше идет? Газета. Газета. Убираем ее на растопку. Тут тоже такое вот полотенечко. Его на стирку. Так, открываем шкаф. Ну, это все на стирку то же самое. Вот это все тоже на стирку. Что у меня включается, то выключается. Тоже на стирку, ну, тряпье. Ой, тут вот такое. Ага, это вещи. Вот такой вот плащ. Крутой. Практически новый. Не знаю, женский это. Это все надо убирать. Это все надо смотреть. Убирать. Все, тут ничего такого особенного нет. В шкафу, в основном вещи. Так, дальше. Заходим в эту комнату. Ну, а что в этой комнате? Чей-то этот выбрасываем. Так, пакет. Пакет с какими-то полотенцами. Ну, это все выбрасывать. Ну, такое не годится. Баночка тоже выбросить. Вот это такой столик. Блин, а столик хороший. Оставляем. Кровать тоже хорошая. Посмотрим, тут суцельный идет этот. Суцельный. Вот это все сдираем. Это ковер. Ковер хорошая вещь. Ого. Ну ладно, потом я камеру оставлю, надо все содрать. На стирку то же самое отвести. Вот это убираем. Разные бушлаты. Вот это все убираем. Много уборки. Нужно сейчас все сложить в одно это. Вот это на стирку хороший такой, как половичок будет. Вот тут какая-то идет. Что это? Булавочка. Надо ее убрать потом будет. Нежелательно, чтобы в доме было. Может, желательно. Вот это все. Убираем. Половичок будет. Постираем. Карнизы оставляем. Тюль тоже оставляем, стираем. Сейчас это все буду снимать. Да снимаю уже видео. Так. Так вот. Ну, это тоже слажем, пока оно не мы с мебель, возможно, свою. Так, что это? Трильяж, так понимаю. Ой. Тут бутылку выбросить. Лекарства, опять же, выбросить все. Мусор. Ну, здесь ничего толкового. А ну-ка посмотрим стол книгу, что там внутри. Стол книга хороший. Опа, праздники какие-то будут. Отмоем, почистим. Вот он новый такой идет. Стол книга.
тут на окно еще разбито, надо будет это все менять. Ой, работы валом, просто валом. Не знаю, наверное, скорее всего, окна. Окна придется, может, наверное, вставлять другие. Надо будет померить, как, сколько они длиной, шириной. Так, что еще? Ага, вот. Думаю, что посмотрим вот такой вот, типа, как шкафчик. Ну, тут бокалы, это все оставляем. Это все никуда не выбрасываем. Это все надо будет отмоется. Все будет хорошо. Что-то выбросится. Вот, тут даже батарейка есть. Новая. Duracell. Так, смотрим. И всякого всячины. Тут разбитый. Надо его выбросить. Газеты. И всего-всего. А, это Атлант. Что-то тут на этот, на холодильник, наверное, какая-то инструкция. Выбрасываем. Надо будет смотреть. Опять таблетки. А. Ну, короче, тут надо смотреть. Вот. Концентрат какой-то пигментный. Что в другом шкафчике? Ну, вообще, как они открываются. Посмотрите, как идеально открывается. Сейчас. Так раз. И закрылись. Так раз. И открылись. А тут какая-то роза. Сделана руками. Угу. Тут половину надо выбрасывать. Всякие ненужные запчасти, таблетки. Таблетки тоже не нужны. Ой-ой-ой. Тут вообще кошмар. Ключик даже есть. Вот следующий шкафчик. Тут опять тряпки, это все надо выбрасывать. Ой-ой-ой. Инструкции разные, журналы. Лампочки. А, нет, это не лампочки, это эти. Ставить на спину. Когда гриб простудился. Как раз в деревне это надо. Ну, трудовая книжка даже. И все, у нас удостоверение все здесь осталось. А это приставка. 350 тысяч. Это на телевизор такая приставочка. Ну, это коробка с под приставки. Опять же, всякая всячина. Все, просмотрели. Так, дальше. Следующая комната. Ну, здесь ничего особенного. Подушки. Подушки надо выбросить. Матрасы. Матрас уже он. Я не знаю, это как можно было так. Кошмар. Ну, это тоже надо разобрать будет. Все. Посмотреть. Ну, вот такой вот. Ух, ё, что это за трещина такая? Блин, оно... Ну, это надо все делать, короче. Треснуло что-то там. Так оно, получается, его этим ковром это все сделали. Закрыли. Вот это тюль поснимать. Розетки. Вот розетки такие вот. Надо будет розетки новые повставлять. Плафон. Вот это выбросить, стульчик этот. Кровати разобрать. Ну все, такой диванчик. Тоже диванчик. Не, этот диванчик намного лучше. Этот не будем выбрасывать. Так, перемещаемся сейчас в кухню. Пойдемте. Так, а в кухне что у нас тут? Надо, не надо. Так, ну посуду выбрасывать. Тут даже закрывашка осталась. Выбрасывать то же самое. К
клей даже есть какой-то. Клей. Капкан. Я уже в капкан попал. Выбросить. Ну, на хороший, наверное, клей. Тяготит тоже. Столик такой. Ну, вымыть нормально пойдет. Такие вот занавески на стирку. Так. Печь. Кастрюля. Ну, пускай там, может, если собака будет собаке варить, что-то оставим. Я все сгружу где-нибудь или в сарай. Это тоже оставим. Кастрюли. Так, печь. Ну, блин. А это что, на газу подсоединено? Чего-то я не пойму. Вот идет газовая. Мы ее оставим. Промыть ее хорошо. Блин, тут, наверное, или мыши. Какая-то отрава здесь. Мыши, наверное. Вот это вот. Это под газ, наверное. Вот оно идет, а куда оно выходит, хрен его знает. Выходит сюда, где-то подключать, наверное, на улице. На улице газовый баллон. Так, холодильник. Ну, в холодильнике ничего нет. Короче, мыши тут. Надо что-то с мышами бороться. Вон, фекалии мышиные. Холодильник пока оставлю, пускай где-нибудь гружу в сарай. Вот так вот. Ну, котелок я показывал. Вот такое вот. Это зеркало пойдет. Так, а что здесь? Здесь у нас газовый баллон. Остается сумка какая-то. Вот так вот. О, тут даже можно лежать. Вот так вот. Ого. Короче, тут всякого вот хламья. Бутылки надо все убирать. Вот так вот. Тут что-то можно будет слаживать. Ох, тут мусор. Что это такое? Какое-то твердое. Не знаю, что это такое. Надо будет посмотреть. Открыть. Миски. Швабра. Где-то сейчас надо отсюда мусор весь доставать. Вон там идет. Короче, мусора валом вообще, бля. Сейчас мусор буду это все убирать, когда закончу съемку. А, и подскажите, как тут печь затопить все-таки, а? Я вот смотрел. Так, что у нас здесь? Это по-любому не топить. Нет, это, наверное, слаживать что-то. Вот это, наверное, топка, я так понимаю. Или нет? Хрен его знает. А где здесь топка? Подскажите, пожалуйста. Я не знаю, где тут топка. Что это такое? А-а-а, вот она. Все, я разобрался. Блин, тут перегорело, наверное, какой-то. Ерунда. Ладно, будет чисто смотреться. Вот такое маленькое, типа как. Отсюда его выгребать. Можно попробовать растопить печь, я не знаю. Будет топиться, нет. Ладно, потом будем смотреть. Вот это вот, наверное, топка. А это, наверное, под дрова. Чтоб принес дрова, нарубал и сюда сложил. А это, наверное, под какие-то кастрюли, чтобы подогревать. А здесь, наверное, что-то, как что-то готовить. Ну, короче, надо будет смотреть. Сейчас я пока с камерой ничего не могу сказать. На стирку или выбросить его. Так, печь я буду это все, весь эту плитку сдирать и новое буду ложить. Потому что она как-то идет и в разнобой, да, и она уже свое отжила. Ну, на этом все. На этом закончили обзор дома. Так, выключатель. Все, все вроде просмотрели. Сейчас будем заниматься уборкой со всем этим. Все, всего доброго.